Всем привет, дорогие друзья! Прямо сейчас хомяки закрывают свои позиции. Кто-то закрывает без убыток, кто-то закрывает убыток. И все это делается не просто так. Манипуляторы добились того, к чему шли. И прямо сейчас вся эмиссия выкупается манипуляторами. Зачем все это делается? Сегодня я вам расскажу. Дорогие друзья, я прекрасно помню, какой здесь был хайп. И все здесь хотели покупать. В принципе, по ходу падения хомяки немного усредняли, но потом слились. И данные люди, просидев все это время, на данном отскоке начали закрывать без убыток. Манипуляторы это прекрасно понимают, именно поэтому цену в данном диапазоне и держат. Здесь выходят все неверующие. Затем цену снова будут пампить. И лично я спекулирую прямо сейчас, наращивая общее количество монет. На данном этапе фиксируются также убытки. Да, убытки тех людей, которые покупали на хаях. Люди в страхе сейчас скидывают, так как ожидания не оправдались. Люди ждали бесконечного роста. Данный рост они не получили. Мы пошли в консолидацию. И на данном этапе киты выбивают слабые руки. В принципе, сейчас вся эмиссия забирается. Киты выкупают все и делается это не просто так. Мы находимся сейчас в середине цикла, касаемо битка. Халвинга еще не было, аномальный рост у нас впереди. Колоссальные движения по альткоинам пойдут в конце цикла. А соответственно, изначально мы должны пройти халвинг. Все только зарождается. И на данном этапе я формирую правильные позиции, подкупая новые проекты. Terra Classic мы набирали всю медвежку. Касаемо других монет, та же ситуация. Мы набирали на медвежке. И сейчас мы пожинаем плоды. Касаемо Terra Classic, я ожидаю рост дальше. Но изначально мы выберем толпу. Мы выберем все слабые руки. Лишних пассажиров не будет. Заработают только самые терпеливые. Заработают только те люди, которые двигались за манипуляторами. Хотелось бы напомнить, что Binance полностью поддерживает Terra Classic. Да, Binance свои монеты не скидывает. Все это делается не просто так. Binance рассчитывает на памп. И Binance это один из манипуляторов. Манипулятивно цену могут запампить в любой момент. Но также учитывайте, что у нас есть механизм сжигания. Монет становится все меньше, меньше и меньше. Terra Classic может расти даже за счет органического роста. Нужные инструменты для этого есть. Все только начинается. И находимся сейчас мы в середине цикла. Обожгут всех еще не один раз. Поэтому, дорогие друзья, если вы набирали вместе со мной, то держите монеты крепче. Все только зарождается. И колоссальная прибыль у нас впереди. Халвинг по биткоину мы еще не прошли. Сейчас можно набрать правильные монеты, которые только созданы. Всегда исторически в середине цикла создавались новые фундаментальные проекты, которые летели на десятки иксов. На данном этапе та же ситуация. И я покупаю новые фундаментальные проекты, которые себя покажут в этом цикле. В принципе, по некоторым я уже забираю отскоки. К примеру, 23 января мы набирали проект ОНДО. И на данном этапе данный проект уже принес нам 4 икса. Подобные монеты я набираю прямо сейчас. И набираю я их до пампа. Своими покупками и продажами я делюсь в закрытом клубе. Если вы хотите набирать вместе со мной, то присоединяйтесь в закрытое сообщество. Здесь вы получите полное обучение. 4 закрытых курса. И с набором правильных инструментов вы будете двигаться вместе со мной и с моей командой. Кому интересно прямо сейчас набрать правильные монеты, присоединяйтесь. На данном этапе набор еще открыт. Вы можете присоединиться. Доступ оплачивается только один раз. И на данном этапе цена снижена. Кому интересно, ссылка есть в описании. Присоединяйтесь прямо сейчас, пока я не закрыл набор. Прямо сейчас можно подготовиться. Я набираю те монеты, которые набирают киты. Анализ кошельков очень важен. За счет анализа кошельков мы видим то, что происходит внутри рынка.
мы видим то, что делают киты, и мы можем делать то же самое. Усложнять путь себе не нужно. Набирайте вместе с китами. Идите против толпы. Подбирайте правильные монеты в правильной фазе. И зарабатывайте, как мы это делали всегда. В принципе, подход не меняется. Люди допускают одни и те же ошибки. Рынок цикличен, и данную цикличность мы можем использовать. На сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал. Если не подписаны, ставьте лайк. Если не поставили, желаю всем удачи, всего хорошего. И всем пока, друзья!